Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем сумку. Девчонки просили у меня уже давно спицами. Спицы у меня 5 миллиметров. Пряжа вот это вот у меня БУ ленточная. Видите, вот это, которая может быть трикотажная, может быть ленточная. Я вставлю сейчас фотографию самой пряжи. Она есть разных производителей. У меня цвет джинс. Вот. И спицы тонкие, 5 миллиметров. Ну, для этой пряжи тонкие, потому что пробовала я толстыми, некрасиво. Я вяжу тонкими, чтобы было плотненько. Вот так. Показывать я буду вот такими вот нитками. Так, для начала мы набираем 40 петель. Я не буду набирать 40 петель, я наберу 20, чтобы не вязать лишнего. Вязать мы будем методом шапки Бини, укороченными рядами. Итак, первый ряд я вяжу лицевыми петлями. Вернее, первые два ряда я вяжу лицевыми петлями. Кромочная у нас изнаночная. Все классическим способом. Все вязание у нас с лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Вот она, видите, с обеих сторон лицевые петли. И с третьего ряда мы начинаем вязать вот так. Значит, всего у нас в работе 40 петель. Ну, у меня 20, просто у нас будет вот так, такими клинами. Вот. Так, и мы будем вязать незаконченными рядами. Я сейчас вот так вот напишу. То есть здесь у нас 10 петель, здесь у нас 30 петель. Сейчас я 10 петель, здесь 30 петель. Начинаем вязать нашими незаконченными рядами. Вяжем ряд лицевыми петлями, но не до конца. Кто вязал шапку Бини, те умеют. Те знают, о чем я говорю. В конце ряда мы не довязываем 2 петли, кромочную и еще одну. И работу поворачиваем. Вот здесь я написала, что в конце у нас 2 петли, потом у нас будет по одной. Поворачиваем работу. Вначале делаем воздушную петлю. Таким вот образом одеваем. И вяжем ряд до конца. Здесь до конца. Так, следующий ряд. Здесь у нас идет ровная, вот оно ровное, а здесь идет скошенные ряды. Так, теперь смотрим. Вот у нас последняя петля. Вот это наша воздушная петля. Мы оставляем. У нас ряд незаконченный, вот эту последнюю петлю. Воздушную петлю мы вообще не считаем за петлю. Она у нас для соединения. Вот у нас осталась одна петля недовязана. Мы поворачиваем работу. Снова делаем воздушную петлю и вяжем. То есть в каждом ряду мы будем оставлять по одной петле. Воздушная петля не считается. Следующий ряд. Снова не довязываем. Вот она, последняя петля. Воздушная петля не считается. И снова поворачиваемся. И так 8 раз. Вернее, вот эти две петли, вот они две петли, а по одной у нас должно быть 8 раз вот таких вот поворотов. Когда вы уже выполнили 8 вот этих незаконченных рядов, то есть у вас здесь вот, вот таких вот, вот, если это считать, эту считать, то это будет 9. И вот здесь вот у нас будет 8 таких вот двоечек. Ну, по сути, 9 вот таких вот, давайте будем считать по двоечкам, то 9 таких вот секторов по 2 петли. Я не буду дальше вязать, потому что это бессмысленно, да, я думаю, понятно. Вот, вы вяжете вот так вот, не довязываете по одной петле до тех пор, пока у вас не будет 9 вот таких вот секторов по 2 петли. И когда у вас уже образовалось 9 таких вот секторов, то есть вот эти 10 петель мы уже вот этот угол вывязали, сейчас мы будем соединять это все дело.
соединяем, сейчас вы увидите, зачем нам воздушная петля. Вот, провязываем мы до воздушной петли, а ее мы со следующей петлей провязываем вместе, для того чтобы избежать вот этих вот дырок. То есть она у нас не уходит в вязание, она у нас аннулируется, эта воздушная петля. Все, провязали до конца ряда. Вот это есть наш такой сектор, здесь это мини-версия большой версии. Вот он, девчонки, смотрите, видите, вот эти 9 петель. Вот он такой, как бы, сектор. Далее вот смотрите, второй сектор, третий, видите. Теперь мы начинаем опять сначала, изнаночный ряд еще провязываем, со следующего ряда мы опять начинаем вязать вот эти незаконченные ряды. Что еще? Вот вяжем мы половина сумки. Когда мы довязали второй сектор, вот видите, сейчас, и когда соединяем петли после второго сектора, в начале вязания делаем дырку. Делаем дырку. Для этого здесь провязываем 6 петель, потом делаем накид и 2 петли вместе. Это и будет наша дырка. И все. И дальше продолжаем. Через 2 сектора, то есть всего у нас пол сумки, это 6 секторов. Между двумя секторами мы делаем вот эти дырки для ручки. Соответственно, вяжем еще одну такую же часть. Вот сейчас у меня половина почти сумки, видите? Вот. И здесь секторы, если считать, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 я только вяжу, еще не довязала. Итак, девчонки, вот видите, вот наша половина изделия из 6 секторов, а мы вяжем 12 секторов. Вот они у меня все 12 секторов провязаны. То есть это 2 половины, сумка наша со сгибом. 6 секторов — это половина. Теперь что я буду делать? Теперь мне нужно сшить. Вот здесь вот у меня осталась ниточка от набора петель. И теперь я буду просто снимать по одной петле и сшивать этой нити. Вот таким вот образом, чтобы шов у нас был не грубым таким, чтобы он не див. Так, вот теперь смотрите, дошила я, прям хватило мне вот этого кусочка до конца. Вот он шов, он практически не виден. Вот, теперь мне нужно зашить вот этот пятачок и позатягивать. Я обрезаю нить. И вот сейчас здесь надо узелок сделать, закрепить. И просто стяну вот этот донышко. Так как платочная вязка, вот кажется, что сумка собирается такими волнами, как бы складками, но платочная вязка, она имеет свойство вытягиваться вниз, поэтому оно все выравнивается. Так, вот, девчонки, смотрите, я сшила ее и проутюжила. Вот она приняла вот такую вот хорошую форму. Видите, здесь вот хорошо видно эти секторы. С обеих сторон она одинакова. По две дырки на ручке. И что касается ручек. Ручки, девчонки, я вязала двумя крючками. У меня есть видео, я их вложу под, в описании под видео. Значит, 5 способов вязания ручки крючком. Кто умеет, кто не умеет, жгут можно связать спицами, тоже выложу в описании. Значит, я связала двумя крючками, способ двумя крючками, длина 90 сантиметров, и крепим мы его очень-очень просто. Ручку можно регулировать длину, это у меня 90, ну, соответственно, это у меня 90, соответственно, на узел уходит, она длинная,
Соответственно, вы можете сделать короче. Вот. Чтобы служила наша ручка. Вот такая вот сегодня сумка. Я думаю, я вам угодила, вязальщицам, которые не вяжут крючком. Еще продену вторую ручку. И все у меня готово, девчонки. Вот такая простенькая, но при том симпатичная, элегантная сумочка летняя, я считаю. Кстати, что хочу сказать. Не обязательно вязать из этой пряжи. Можно взять любой акрил в несколько сложений. И тоже получится очень даже хорошо. Вот. Еще одна у меня там задумка есть. Сумки спицами именно. Вот. Но не знаю, воплощу ли я ее. Увидим. Все, девчонки. На сегодня все. Вот такая сумеечка у нас летняя. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.